Всем привет, дамы и господа! Здравствуйте! Сегодня мы с вами встретились здесь, чтобы пройти целиком игру под названием WRR Expedition The Friendship. Так, погнали! Тарам! Тарарарам! Тарарам! Тарарам! Что же у меня на экране? Ха, то же самое, ничего себе! Та-ра-рам. Мы куда-то, Ань, приплыли с тобой. Готово? Да-да-да. Так, я выпрыгиваю, короче. Я тоже да-да-да. Выпрыгиваю. Я вот в ахуе возмущен. О, привет! О, ты, Ань, кто? Мужчина? Привет. Ты мужчина. Здравствуй, здравствуй. Я мужчина? Ну, вроде ты мужчина, а я женщина, блядь. Да? Или нет? Не знаю. Ну, посмотри на меня. На кого я больше похож? На Алло, мой, Ань, слышишь на меня в рацию, Ань? Для разговора с напарником удерживайте кнопку. Алло, ну вот, или нам надо в рацию? Хочешь в рацию или через Дискорд? Ну, короче, знаю, разница в том, что надо просто кнопку держать и все. Угу. Ну, давай в рацию, ладно, давай сейчас все сделаем. Как тебе погружение, Ань? Или назад в Дискорд вернемся? В Дискорд вернемся? Я не знаю, где... Ты прервалась, Ань. Короче, пойдем в Дискорд, какая-то залупа. Короче, звук был бы хотя бы какой-нибудь рации, типа того, угу. Чего-нибудь. А то что-то бред какой-то. Ты как-то прерываешься, когда в рацию разговариваешь. Да, да, еще там что-то обрывается, все. Смотри, какой вход, Ань, страшный. Страшно, блин? Страшно, блин. Страшно, блин, да. Страшно, блин, страшно, блин. Так, R, зажгите факел. Да, нормально, зажегся сам. Давай, Ань, давай, вперед, Ань. Блять. Нормально, сейчас мы решим все головоломки за 5 секунд, отвечаю. Хер Исле. Прикинь. Черт Айсл. Извиняюсь за английский. Третья кнопка вышки. Для изменения масштаба удерживайте кнопку. А, приблизить. Глаз выделять да, можно. Да. Т, смотри, Ань. Т для эмотикона. Ага. Black Lives Matter. А, нет, это кулачок из другой. Давай, давай. А вот тут я, может, тебя тут сделаю? Давай. На счет три. Готово? Ну-ка. Там внизу бумага, ножницы и камень. Видишь, внизу? Давай, давай, да. Давай. Раз, два, три. Я тебя порезал! Ах ты! Хоть где-то! Реально выиграл первый раз в жизни. Так. Артём никогда не выигрывает меня в камень. В жизни, да, бумагу. Вообще не везет. Ага. Нужно быть настолько высоким, чтобы... Так, ну-ка, Аня, где рост измеряют? Ну-ка. Вот тут вот. Ну, встань. Ну-ка. Ну, непонятно. Ну, вроде подходишь, а я? Сейчас, что-то чувствительность мышки у меня очень хуёвая, блядь. Давай, давай, настрой. Клавиатура и мышь. Порезал жену, да, есть такое. Жизнь страшно смотрит на тебя, чел. Так, а ну проверь, у меня как, нормально? Вот. Да, проходишь, Тём, проходишь. Все, супер, погнали тогда. Угу. Так, хуйня, тупикань. Уходим. Походу, это первая загадка, нам надо будет ее разбирать сейчас. Смотри, тут, короче, Хёр и Исле. Вот так вот. Хёрт Айсл. Да-да-да. Вам бы в киберспорт по КНБ... Камень-ножницы-бумага? Или, угу. Как говорят в крутых городах, игра называется «Кенгуру»? Или «Цу-Е-Фа»? Чё-то я ничего не понимаю пока. Куда-то мы пришли. Походу, нам надо... Это первая загадка. Нам надо ее решить как-то. А вдруг это нету никакой загадки? Просто мы тупим чё-то. И всё. Взаимодействовать. Чё-то тут взаимодействовать можно. Что-то тут взаимодействовать можно. Угу. Так, тут якорь. Ань, повзаимодействуй там как следует. А, вот, все, я нашла проход. Нашла проход. Аня, да, нашла назад проход. Иди. Назад иду. Иди, я тебя пропускать должна. Я иду. Я иду. Привет. Привет, привет. Ебать, ковырять. Так, а я, а как ты попадешь сюда? Жесть! Угу. А, ну, вас... тебе надо с той стороны, наверное, смотри, Ань, все нормально. Нет, ну-ка. Я наврал, все ненормально, пошел я. Наверное, с той стороны мне надо подойти. Так. Т-т-т-т. Якорь какой-то. У меня. А, я якорь могу поднять. Давай, Ань, шагай ко мне. Давай, давай. Вот, вот, готово? Удерживаю. Да. Заходи. Все, я прошла. Все, отлично. Так, и теперь что-то непонятное опять. А, вот, я по лестнице пошел. Нормально. Так. Ничего не видно. Я тебя не вижу. Я не знаю, где ты. Но я нашел какие-то страшные игрушки.
Везде пираты, страшные гани. Ты тут? Что-то я один разговариваю. А я что-то... Я иду тут очень далеко что-то идти. Так, ладно. У меня есть... Билетики у меня здесь есть. Я нашел дверь какую-то. Дверь открыл, Ань. И у дверь меня... Открыл? Да, я какую-то дверь открыл. И у меня какая-то загадка, короче. Порватый лист у меня тут. Лист с какими-то... У тебя нету ничего там по типу шашек, треугольников каких-нибудь? Монеток, блять. Так, непонятно нихуя. Ну ладно. Я все оторвать могу. Подсказки тут какие-то можно подсказки, нажимать. Подсказки, да, советы. Угу. Не, я без подсказок играю, я крутой. Ох, ебать, у меня тут ебать. А у меня тоже что-то. Ну смотри, у тебя что-то есть какие-то? Надо разгадать. Вот, и у меня как будто. Ну только я не знаю, с чем взаимодействовать. Билет. Вот смотри, у меня есть тикет, билеты. У меня есть какая-то вот, шашка. Мне сюда, тебе нужно тикет сюда принести ко мне. Мне нужен билет, чтобы пройти. Ну смотри, у меня тут, короче, какие-то треугольники, квадратики, рычаг вот, кто-то должен надо, дергать. Вот, мне надо вот это вот все. Ну смотри, у меня первая идет какая-то фигурка, типа как шахматы, такая фигурка-шляпка, какая-то фигурка-шляпка, Ань. Есть у тебя там что-нибудь типа фигурки-шляпки? О, я что-то подобрала. Фигурка-шляпка нету такого. Спасибо за мем. Хочется на стрим взглянуть, блядь. Да, я знаешь, у меня в двух экранах Анин геймплей. Я столько процессоров мозга взаимодействую, чтобы не смотреть никуда. Угу. Это, смотри, Ань. А, вот она ты. Смотри, Ань. Да. Короче, я сейчас все объясню. Там фигурка, такая шляпка, фигурка-шашка шахмата, блядь. Есть что-нибудь такое у тебя там? Фигурка, шашка, шахмата. Да, вот все, что похоже, я перечисляю. Есть что-нибудь такое у тебя там? Нет, пока нету, погоди. Ну не может быть, это твое первое действие должно быть, Ань. Это твое первое действие, Ань. У меня что-то взаимодействовать можно. У меня есть какой-то кругляшок. Вот, кругляшок на шашку чем-то можно, может быть похож? Шахмату. У тебя есть треугольник, квадратик? У меня есть квадрат, кружочек, треугольник и шестиугольник. Звездочка. Или пятиугольник. Да, пятиугольник, да. Вот что надо нажимать там? Короче, первая шашка шахмата какая-то. Потом пятиугольник, потом рычаг, потом треугольник, потом квадрат. Потом, так, шах... Блядь, пиздец. Пятиугольник, дальше что? Нет, сначала какая-то шашка шахмата. Какая-то кнопка. Хуй знает, что это, блядь. Шляпа, блядь, на ножке. Я не ебу! Ну, что у тебя есть помимо ромбика, рычага, треугольника и квадрата? Что у тебя есть? У меня есть кругляшок. Что за кругляшок? Может, что-то я еще не понимаю? Так. У меня какой-то вентиль есть, вентиль. Кругляшок, блять. Вентиль. Какой кругляшок? Так, я не понимаю, что за кругляшок? Вы только начали, не ссорьтесь. Так, подожди, что еще? Что вентиль делает? Крутится? Вентиль крутится, да. Ну нажимай вентиль. Вентиль нажимаю. Потом нажимай пятиугольник. Пятиугольник. Потом так. Рычаг. Рычаг. Потом треугольник. Треугольник. Потом квадрат. Квадрат. Вот. Чё? Ну-ка, а потом сейчас. Рычаг. А потом рычаг? Ну попробуй. Ну и чё? Нет, чё-то не то. Блять. Ну всё, у меня больше нет, вот думай теперь. Это все, что я вот... Все, больше у меня ничего нет. У меня еще есть красный щит. А, ну да. Бронзовые какие-то билеты. Короче, кусок оторван. У тебя нет бумаги какой-то с подсказкой? У меня кусок оторван просто. Бумаги с подсказкой нету. У меня просто... Ну, ты ищешь там вообще что-нибудь? Я просто вижу, ты стоишь что-то. У меня билеты, какие-то билеты, блядь, здесь. Да, билеты, все правильно. Еще подсказка есть какая-нибудь у тебя там? Нету ничего. Блять. Вот тут вот надо мне вот что-то понажимать такое, чтобы... Шахматы — это рычаг, вот. Я поняла, подсказки. Что шахматы — это рычаг. Так, ну у меня еще есть, смотри, кусок оторванный подсказки. Там, ну, видно чуть-чуть, что монетку кидают в автомат. Монетку кидают в автомат. А, тут еще рычаг есть огромный, я его не видела. Давай заново попробуем.
Ну да, тут ты рычаг должна дергать, я же говорил. Гигантский рычаг, да? Ну, большой. Такой большой, звезда сверху. Да-да-да-да-да, у меня вот. Вот, давай, какую-то шахмату, блядь, сначала. Так. Потом пятиугольник. Пятиугольник. Потом рычаг со звездой. Так. Потом треугольник. Угу. Потом квадрат. Угу. Потом... Ну-ка. Все, хуй знает. Потом еще раз рычаг попробуем. Это уже все, третье. Все, вроде бы оно. О! Все. О! Нормально, нормально. Все, прошла. Нормально, нормально. Привет! Привет, Артемчик! Теперь как что-то делишки? Сейчас будет происходить. Да кайфово. Супер. 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 Так, дальше что? Вот лодочка едет, смотри. Угу. Красиво? Теперь мы, видимо, вместе сейчас поедем. Ну да, какие-то полетные сидушки на нем. Мегамозги, да, мегамозги в сборе. Конечно, изи. Это первая головоломка, Ань, была. Я не могу сесть. Угу. А, вот выстрел. Надо нормально, нормально. Отлично. Да, 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 да. Супер! Теперь можно Супер! Подглядывать к Ане в экраны. Круто. Угу. Выстрел, выстрел, да. Ну, у меня левая кнопка мыши, это выстрел. Очередная двоица исследователей, желающих получить мое благословение. Не стесняйтесь, заходите. Стесняешься, Ань, хоть чуть-чуть? Нет. Нет стеснения. Ля, нормально. Ноль стеснения. Угу. Итак, желаете узнать, готовы ли вы к совместному плаванию? Плаванию по семи морям? Бездарные салаги или сплоченные морские волки? Жесть. Ой, у меня там это... Давайте пока Аню. Непотопляемый галеон или хлипкая коряга, захваченная бурей? Так, ща мы тут красоты наведем чуть-чуть. У меня как раз есть для вас кое-что. Не волнуйтесь, это абсолютно безопасно. Так, тихо. Меня зовут Марианна Ка, достойная легендарная искательница приключений, капитан корабля «Дружба». Я была во всех четырех странах света и плавала с лучшими из моряков. Реально, у Ани красный пуховик. И с худшими тоже. Ой, а? Блядь, это фриковый пуховик. Если я чему-то и научилась, что только у настоящих друзей есть шанс пережить бурю. Не жутко ни разу. Фу, еще как жутко. Аня, красный ключ пуховик. Успех, умение общаться друг с другом. Коммуникейшн. Слаженная, справедливая командная работа. И безграничное доверие, неважно в солнечный день или в бурю. Охренеть! Вот эта ситуация. Если вы хотите получить мое благословение, тогда покажите мне, чего стоит ваша дружба. Спасибо, Каша, бля, как паузу ставите. Получите награду. В такие игры. Так. Не донатим пока. Что Серега говорит? Да, тут у нас игра, не обращай внимания. Ну ладно. Тут паузу нельзя ставить. Достаньте мне судно, достойное ваших уз. Пришло время заложить фундамент вашей дружбы. Так. Все, ага. Чего нельзя паузу ставить тут просто в донат-алерте? Вот было бы удобно. Там общение — это все. Вам нужно видеть вашу команду насквозь. Быть честными, давать четкие указания и делать это быстро. Ой, блядь. Следующая остановка — карусель матросов. Жесть. Вот, все, приплыли. Все, расходимся по разным полюсам. Я, давай по одному, вот охуеет игра. Нормальная приветик. Тема будет. Приветик. Че, все, ты уходишь? Уйди. Нет! Нет! Че ты так мило сидишь? Я не хочу расставаться на этом моменте. А я все, я не могу назад в лодку запрыгнуть, Тем. Блять, так, ну ладно. Все, до свидос. Так, все, погнали. А, че, у меня тут лестница пока какая-то. Пока у лестница. У меня уже загадка тут.
Так, у меня, наверное, тоже. У меня есть 4 куколки с человечком, с какой-то горой, луной, с пупырками, глазик или рыбка, хуй поймешь. Вот, а у тебя что есть там? А у меня сидящий человечек, какое-то окошко, сидящий человечек и вниз смотрящий цветочек. Угу. Стоп, у меня все исчезло куда-то. О, ты что-то нажала? У меня тоже все исчезло, да. А, да, вот, да. Теперь следующая игра. Подожди, не нажимай ничего, зачем ты? А что ты нажала? Да, мне вообще ничего нельзя нажимать. Так, непонятно. Что у тебя есть? У меня бананчик. Бананчик есть, глазик. Какое-то морюшко. И... Морюшко, как три волны такие, пук-пук-пук. И внизу три волны, пук-пук-пук. Да-да-да. А еще что есть, все остальные... Бананчик, глазик и... Вот остального у меня ничего нету. Штучка какая-то похожая на Луну. Гора, треугольник с Луной такой? Да-да-да, треугольник с Луной. А, ну у меня есть волны и треугольник с Луной. А, человечек, подожди. Например, на волнах глазик какой человечек? Есть. Человечек на волнах какой у тебя? У меня нет человечка на волнах, у меня там какая-то лодочка на волнах. Ну смотри, тут, видимо, короче, такая фишка, что вот других, короче, нету. Парус как будто какой-то есть у тебя? Парус? Нет. Ну такой 4 квадратика такой квадратик. Нет, нет, нет. А такой гриб с рожками есть, типа домик, не знаю, как сказать. Не. Вот, смотри, то есть у нас есть два предмета, точно. И у тебя нету человечков, да? У меня на волнах человечек, он так в жопой виляет и пальцем такой, типа, а-а-а, такой, не-а-а. А там, где треугольник с солнцем, он гордо стоит. Нет, у меня вообще нету никакого человечка. Ну, я, короче, наверное, понял головоломку. Надо выбирать тот знак, который у нас у двоих есть. Есть, но да. Человечек один мне говорит, что это не то, а другой гордо стоит, наверное, типа то. Вот, давай а выбирать. У меня еще этот, что, тут разными еще цветами еще обозначено. Желтое, зеленое, красное. Вот, видишь, а у меня нет цветов никаких. У меня как на штурвале такая хуйня. Штурвал и цветами. У меня вообще нет штурвалов. Ну, ладно. Что у тебя цвет? Ну, рассказывай про цвета, там, про все. Ну, желтое — глазик, зеленое — волны, красное — треугольник с луной, синее — бананчик. И что это такое, блядь? У тебя бананчика нету? Нет. А, вот у меня... не знаю. У меня внизу синим просто все волны светятся под ними. У тебя тоже? Да, синим. Тогда я хуй знает, зачем цвета нужны. Давай я нажму... Ну, надо тогда квадратик... Что у нас есть у двоих. Да, квадратик с луной, да, нажимай. Давай, нажимаю. Так, ну, красный свет внизу загорелся, и... И чё? Поднять якорь, да, говорит. А вот первый заплыв. Я не понял, это правильно было? Не знаю. А, всё заново. Всё заново, да. Так, а вот время какое-то вверху крутится. У тебя крутится время вверху? Да, время крутится. Ебать, ковырять нахуй. Так, ну ща, блядь! Думаем! Ну давай думать. Это на время надо было сделать, наверное, сейчас? Наверное, да. А, мы пососали. Потому что надо было на время. Ебать! Это пизда нахуй ща будет. Все, ничего не работает. У меня ничего нету. У тебя что-нибудь есть? У меня билетики, да. Что-то тут можно нажать. Ну делай могу. Что там. Ну, смотри, да. На время ща, если будет, быстро бежим, делаем сразу сходу. Угу. Так, игра пройдена. Ну-ка. Чё там, Ань? Вот, открылась. Так, да. Смотри, банан, блядь, квадратики, 4 квадратика. Сразу говори, что есть. Рыба мне такая с рожками. Не, я когда повторяю, ты говори, что есть, что нет. Я перечисляю. Рыбка с рожками, ну, ручками такая. И... какая-то инопланетная схема, ебать. Что у тебя есть? У меня тоже рыбка есть с ручками. А что еще есть? Все? Ну, у меня человечек плачет на рыбке с ручками. Человечек плачет? Что еще из того, что я перечислил, есть? У меня человечек есть с ножками-ручками, которые наверх смотрят такие. Потом жучок есть, который из ручки-ножки тоже смотрит наверх. Потом три волны есть. И рыбка с ручками. Ну, рыбка с ручками, только ручками у меня, да. Ну, нажимай. Только у меня человечек давай. На ней плачет. Надо, чтобы кто-то один перечислял, и все. А то пока мы вдвоем по очереди перечисляем, не очень. Вот сейчас, наверное, быстро. Надо один, чтобы кто-то перечислял.
Так, давай, схема инопланетная. Какой-то, блядь, забор-призрак с нимбом, какие-то горы с кружком наверху и грибок с рогами. Что у тебя есть? Грибок есть. Грибок с рогами, еще, и все, больше ничего нету, жми когда его. Грибок нажала. Окей. Не знаю, что за фигня. Так, дальше сейчас, видимо, еще будет. Угу. Адаптировались вроде. Так. Ага. Ага. Все, опять нету. Проебали. Угу. Быстро нажал это, хотя там время уже выходило. Хуй знает. Да, только один у тебя совпал рисунок? Ну, я не знаю. Просто грибок у меня там был какой-то. Ну да, но надо думать. Там потому что у меня на грибке человечек показывал, что не надо жать. А ты нажала. Угу. Плохо! Че нажала-то? Плохо! Ань, ты тут? А, что? Я сам с собой разговариваю, как будто. Ну, плохо и плохо. Что, заново надо так, делать? Ну, надо план, план. У меня три волны. Так, то есть ты будешь все время перечислять? Ну, давай, я буду перечислять. Ну, смотри, у меня человечки. Ты слушай еще, когда человечки, когда какие. Угу. Давай. У меня человечек сидит. Так, нет. Потом три волны. Сверху лодочка. Потом какой-то кувшин с ручками да, вверх. Да, есть. Нажимай. Давай. Нормально. Так, дальше. Нажала. Вот. Сейчас начинается игра. Так. Вот. Перечисляй. Так, два бананчика, парус. Нажимай два лодочка, бананчика. Парусом, два бананчика. Там он показывал yes, мой человечек. Угу. Поэтому я хуй знает. Опять неправильно? Я не понимаю тогда, что надо делать. Я тоже не понимаю. Хуй знает. Ну, он у меня там человечек, если мы правильно предмет поняли, он показывал yes, типа. Ну, мы его и выбрали. А у тебя там, ты говорила, еще цвета какие-то. Да, какие-то цвета у меня есть. У меня ничего нет про цвета. Так, ну, что есть? Перечисляй. Человечек, ручки вверх. Угу. Цветочек, смотрящий вниз. Человечек сидит. Рыбка с ручками вверх. Ну, человечек с ручками вверх у меня есть, но он плачет. Ну ладно, выбирай. Человечек с ручками вверх, да? Да, ну, да. Давай, выбираю. Так. Странно, что мы второй никогда не угадываем. А первый типа угадываем или что? Давай. Так, человечек сидит, два бананчика, треугольничек с луной и кораблик сверху тоже какой-то кораблик. Ну, два бананчика, наверное. Два бананчика? Да. Нажала на два бананчика. О, прошли. Дальше, дальше. Далее. Грибочек, ручки вверх, цветочек вниз смотрит, глазик, рыбка и человечек сидит. Не понял про цветочек, жми на цветочек. Вообще не понял описание, но у меня есть цветочек просто. Неправильно. Но у меня был и другой, но он плакал, человечек сам, поэтому я не выбрал. Но я думал, это вот цветочек. Угу. Так, ну а чё, а нахуй у меня человечки тогда стоят? У меня была одна фигура, но там он плакал. И поэтому я думаю, ну хуйня. Ну может похуй на этих человечков? Ну давай забьем хуй на человечков, погнали. Так, просто будем так. По одинаковым картинкам жать. Угу. Чё у тебя там? Значит, кораблик. Кораблик есть, да. Кораблик, кувшинчик с ручками вверх, банан с кружочком. Да, кувшинчик и тоже есть. Кораблик и еще просто обычный. Ну есть смотри, кораблик. У меня Ай, там два кораблика. Да, у меня кораблик какой-то с ножками вниз и сверху какая-то полусфера, блять, не знаю как сказать, полукруг. Ну у меня есть кораблик с ножками внизу и с треугольником. Парус, вот у меня типа. Такой тоже есть. И кувшин с ручками вверх. Короче, вот. Есть с парусом круглым. Кораблик с круглым парусом есть. Кораблик с треугольным парусом. Понял. А, угу. Это, ну у меня кораблик, он показывает кулак такой типа злой он, а на кувшинчике ручки вверх он такой няшка застенчивый. Да, кружочек есть в кувшинчике. Да, да, нажимай. Давай, нажимаю. Нам до хуи еще надо раз. Так. Цветочек вниз смотрит, человечек с ручками вверх, грибочек с ручками вверх и три волны. Ну, человечек с ручками вверх, наверное. Так, вроде бы прошли. Так, давай. Бананчик, человечек с ручками вверх,
корабль с круглым парусом и корабль с квадратным парусом. Квадратным. Так. Так. А, грибочек с ручками вверх, глазик, человечек сидит, и кораблик с квадратным парусом. Квадратный парус, корабль. Так, все. О, еще. А, грибочек, человечек сидит, три волны, сверху полукруг, кораблик с треугольным парусом. Кораблик. Так, вроде бы все. О, ура! О, прошли. А что до этого не так было? О, еще скорости, блядь, пизда. Так. А, треугольник, грибочек... Ой, я не понимаю, что. А, ну давай, давай, быстрей. А, треугольник с кругляшком, бананчик и жучок с ручками вверх. Жучок. Не могу нажать что-то. Жучка я не могу нажать. А, я могу. А. Так. Человечек так, в недоумении. Так, да, кувшин вверх, руки. Привидение трех такое хуевое. Чел сидит, цветок. А ручки вверх есть, кувшинчик. Там еще надо на эмоции человечка, Ань, было. Смотреть, игра перевернулась. У тебя все это время человечек был с эмоциями там. А-а-а. Ну, я так понимаю, игра перевернулась, и я на твою роль стал теперь. А ты мне всегда про человечка ничего не говорила. Так, чё, продолжаем, смотри, я буду говорить, какой человечек, и еще какие предметы я теперь буду перечислять. Давай, вперед! Сейчас, погоди, куда-то можно пойти, что ли, я не понимаю. Нет, я просто стою. А, стрелочка, что ли, показывает куда-то? Да-да-да, куда-то стрелочка показывает. Ну, мне только назад вернуться можно. Так что назад идем, играть дальше. Угу. Так... Чё, совсем заново? А, да, давай, вперед! Это из-за того, что мы ушли, наверное, или чё? Ну давай, чё там? У тебя, смотри, волны... у тебя там где-то человечек стоит. У меня сейчас ничего не стоит. Вообще просто вот эта мини-игра и всё? Да. А почему у меня человечек с эмоциями еще появлялся? Ну ладно. Так. Три волны, человечек сидит, кораблик с треугольным парусом, грибочек, ручки вверх. Че, грибочек тогда, ручки вверх. Ань, говорят, что у тебя стоит человечек. Че за человечек? Ты прям стоит? Его игнорируешь все время. Не знаю, что за человек. Поехали. Человечек. Кувшинчик, ручки вверх, треугольник с кружком, человечек сидит, кораблик с парусом квадратным. Ну давай кораблик, потому что хуй знает, ты должна сказать человечек еще какой. Человечка нет у меня. Вот я угадал Владик? Сам. Глазик? Да есть у тебя человечек, горят. Да есть, где, блядь, человечек? Да покрути мышкой. А, и чё тут? Ну это эмоция, такая? Ты мне должна его говорить в первую очередь. А, он стесняется. Ну вот, тогда жми. А, ну всё, тогда всё просто. Тогда вообще всё элементарно. А, да? Да. Тут бывает, типа... У тебя показан человечек и его эмоция. У меня есть человечки с эмоциями. Тебе человечки с эмоциями говорить? Ты мне можешь говорить человечка с эмоциями и какие есть символы. И мы можем вообще быстро подбирать, потому что и человечек, и символ. У меня человечек сейчас танцует. Так, у меня нет... А, танцует. Вот он у меня всего один, и там, смотри, там такой гриб в корабле, типа, да? Гриб в корабле, гриб да. Вот, видишь, все просто. Так. Так. Вперед! Человечек грустит стоит. Так. Бананчик с кружочком. У меня нет такого. Так, ну. Ну какой-то он смущается. А, тогда жучок с лапками вверх. Во, говори сразу эмоцию. Стоит такой гордый, стоит. Гордый стоит. А волны. Волны? Видишь, как все просто стало? Такой за голову схватился рука. Да, да, горы с кружком. Горы с кружком? Да, такая, да, не да. Не знаю. Это человечек сидит, я называю. А, такой стоит, испуганный, ручки испуганный, выстрелил. Человечек сидит.
Человечек сидит, у меня два таких. А, человечек сидит, один, у него бугор между ног. Бугор между ног, наверное, это. Так. Так, теперь ты, да, должен? Да, человечек смущается. А, глазик. Чё за глазик? А, глазик. Так, человечек за брови держится, а потом ногу вперед выставляет. А, рыбка с ручками вверх. Все, изи. А, человечек за голову держится в недоумении такой. А, грибочек ручки вверх. Все, изи. Человечек гордо стоит. А, бананчик с кружком. Бананчик с кружком. Так. А, человечек за бровь держится, ногу вперед выставляет. А, кораблик с треугольным парусом. Так, отлично. Нормально. Все, изи стало. Изи, да. Финальный заплыв пошел. Сейчас что-то изменится, скорее всего. Mm-hmm. Готовься! Готовлюсь. Готовимся! Ого, ебать, надо ебать. По две решать. А, я не понимаю. Волны. Здесь, а я ничего не могу нажимать. Ты можешь только нажимать. Человечек за сердце держится. И чё? Ай, блядь, у меня две. Я нихуя не понял. Так, ладно. У меня... Я из двух тоже. Я просто не знаю, что у тебя. Что у тебя сейчас было? А, человечек был и 8 штук, которых всё, можно понял, выбрать. Понял, просто среди 8 надо выбирать. Понял, да, все, да, погнали. Да. Так. Опять заново, блядь? Не, у нас сейф-зона. Нет, не сейф-зона, сейф-зона. Ну вот же написано, что сейф-зона. А, что, прям заново? Да. Блядь, что за тупость? Так, все, сейчас... Понял, из 8 мне просто искать. Понял. Так, ну-ка. Давай, игра! Вперед! Чё там? А, человечек боится. Человечек боится, смотрит, у него человечек боится. Сидит. Грустит. Грустит? Чё, у него там плачет. Человечек сидит и гроб, круг между ног. Так он плачет или боится, если то это вот этот. А плачет он не плачет. Он не плакал, он боялся. Так. Там вот, с тикетами у тебя какой-то делать? Прикол. Чё мне делать с тикетами? Короче, это... как это он плакал? Он же не плакал. Вот, я беру тикет. Надо не тикет, а что-то делать? Там. А, вот у тебя там, наверное, что-то. Можете забирать билеты и идти дальше куда-то. В смысле? А, вот, серебряный тикет у меня. Куда его? Заберите приз. Так, а куда идти-то? Тут все везде заперто. Берите тикет и выходите. А, вот. Можно. Положить. А, все, понял. Заберите приз. А чё мы не до конца прошли? Чё за отстой? Так, нихуя. Чё тут дают? Ничего не понятно, чё дают. Жёстко. Ебля какая-то происходит на экране. Ова! Апгрейдили. Жесть. А если бы мы целиком прошли, что было бы? Не знаю. Почему целиком не надо проходить? Странно. Угу. Так, ну понятно. Well, все ясно. Тут-там-там. Что ж, вы слышите друг друга? Это уже что-то. Но что толку, если вы не действуете как одно целое? Следующее испытание проверит вашу способность к командной работе, компромиссу и сотрудничеству. Справитесь ли вы задачи или камнем пойдете на дно? Не, ну если так проходить, то игру можно за 5 секунд вообще пройти. Угу. Можно первый уровень сложности проходить и уходить. Я правильно понял? Да, походу. И все, это вся такая игра будет?
Так, ну погнали. Погнали, погнали. Тап-т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 ап. Лучше бы они один уровень какой-то сложности сделали, и все, а тут что-то говно какое-то. Так, у меня теперь что-то я могу рычаг какой-то тут таскать. Так, потом, что? Какие-то сердце, какие-то дырки у меня тут везде. У меня нули какие-то. Да, какие-то синие, зеленые, да, какие-то подсветки. Синяя, зеленая, красная у меня. Какие-то плитки нужно тут, говорят, да, собирать. А, вот танцпол какой-то у меня тут. Так. И какие-то, да, штуки. А, вот я что-то положил куда-то, и мне так, что-то. У меня началась игра. Я что-то сделал, видимо. А в чем игра заключается? Так, какие-то плитки я могу брать. Я ничего не понял пока. А, я вот что-то поставил куда-то. Смотри. А? Смотри. Чё, смотри, куда? Я на тебя смотрю. Куда смотреть? А, о. Угу. А, мы, наверное, вот так должны делать сейчас. Вот так я подхожу. А, не, хуйня. Ну, у меня зеленый. А, вон что-то у тебя там, да. Хуй знает, ничего не понял пока. А, вон у меня, смотри. За меня посмотри. А, мы друг другу вот, вот, я тебе передал. На. Что ты мне передал? Не знаю, вот это. Не могу взять. У меня плитки какие-то в руках, я могу так подержать. Ну смотри, у меня там тоже плитки и какие-то столбики нарисованы. А у тебя какие-то вон там, вон, видишь, у меня схема? Да, вижу, у меня тоже схема какая-то есть. Вот, там непонятно, нихуя. Так, ну у тебя что там? 3, 2, 0, что-то написано. Я могу плитку положить на пол. А я что могу? Я тоже могу, ну, положить вот эту хуйню на пол. Так. А, подожди, ну-ка, положи плитку на пол. Ну-ка, положу. А, вот, она у меня тут появляется. На, положи ее левее. Левее, вот так? Это право. Ой. Так. Нет. Ну, ты... У меня это лево. Ну, повернись лицом к схеме. Вот, еще на одну в бок. Так. Во. Вот так? Наверное, хуй пойму. Непонятно, если честно. Ну, давай еще другую вот справа от нее внизу положи. Другую плитку? Да, да. Или что надо, блядь? Я не могу. Не, хуйня какая-то. Я не понимаю, что надо пока что. Ну, видишь, они у меня появляются на полу. Угу. Вот, ты их ложишь. А я вот такие штуки могу давать, вот. Ну-ка, я могу забрать? Поставь. Не, не могу. Так, непонятно. Ну, короче, я могу вот так поставить зачем-то, и что-то это дает, наверное, я хуй знает. Ты мне можешь лесенки поднимать. Так, лесенки тебе? Что за лесенки? О. Вот так? У меня появилась новая плитка. Да, а, да, да. Ну вот, вот бери, а у меня поднимать тоже хуйня новая появилась. Так, вот еще тогда вот тут забери, иди. А, нет, тут не поднимается так, вот, теперь. Беру плитку. Так. А, вот так я, мне подсвечивается, где ты ходишь, наверное. Да. Так, ну возьми плитку. Она приклеилась. А, да, все с концами. Какая-то плитка приклеилась, а, да. А, я не могу ничего назад забрать. Так, ничего не понятно. У меня теперь назад ничего не забирается. А, мы вместе должны подходить. Вместе подходишь, Паша, поднялась штука. Подойди, пожалуйста. Да. Чтобы поднялась лестница эта. Вот, вот. Ну, встань на нее, залезь. Вот. Вот куда? Так, я забрал тут что-то. А, подожди. Почему я забрать не могу? А, вот забрал. Так. Непонятно. И теперь с другой стороны давай тоже заберем. Поднимайся. Так. Так, поднимается? Что-то не поднимаюсь я. Вот я взяла плитку. Ты не подошла, наверное. Подойди, пожалуйста. Куда подойти? Ну, другую поднять в сторону, чтобы... Я не поняла, что... Ну, мы там подняли, взяли штуку. Теперь с другой стороны тоже можно схему, ну, подобрать, лестницу поднять. Я вообще не поняла, что... Ну, тут две по бокам, ну, в смысле? По бокам лестницы. У меня только одна слева... Которую я с тобой поднимал, да?
А с другой, а с другой там стороны. Я не могу туда подняться, там нету лестницы. Ну так мы должны вместе подняться. Ну пойдем как туда. Как тут? Пойдем. Вот, иди, поднимайся. Вот я здесь, не поднимается. А, ну тогда хуй знает. Так. Я вот это не понимаю. Вот я забрал красную, и чё? Вот у меня... Ты можешь подсвечивать у меня, куда положить плитку. А я не ебу, куда положить. У меня есть схема, но я ее вообще не понимаю. Типа, ну я не понимаю, откуда. Она не вся карта на этой схеме. Так, ну ладно, поставь. Вот, ты меня видишь, где я хожу? Нет, не вижу. Ты не видишь, где я хожу? Так, ну давай тогда... Я могу вот плитку взять, вот одну. Ну возьми. Так, и куда вот взяла? Не, не взяла ты ничего. Взяла плитку. У меня не исчезло ничего здесь, ну ладно. Так, ну тут еще разного цвета. Красный, синий, синяя, есть какая-то зеленая. У тебя какая цвета, что там? У меня зелено-синяя. Зелено-синяя. Я не знаю, у меня на схеме нет. У тебя там цвета какие-то. У меня нет цветов никаких. У тебя там план, что делать. Вот там прикол с цветами у тебя. Вон у тебя... Я могу отложить. Так. А, вот они у меня загораются, когда я их кладу. Вот, и у тебя там что-то получается, и ты должна, видимо, мне что-то подсказывать. Я хуй знает, я не понимаю, что это такое. Вот у меня какая-то синяя тут лежит, вот красная появилась. Вот у меня вот есть... Вот у меня загорелись. Вот я красную могу вот так воткнуть, например. И что-то изменилось у тебя? Нет. А синюю я почему-то назад высунуть не могу. А, вон у нас что-то там новое вылезло. Человек, после того, как мы втыкаем, что-то новое вылазит. Угу. Новые фигурки. Вот я, например, синюю забрал, да? Воткнул синяя в синяя. А, вот, я две подключил. Синюю с синей подключил. У меня тоже вот тут подключено. Вот. Чё а теперь? У тебя там тоже плитки, что ли? Ну, у нас у двоих плитки, да. Только я в них вставляю какие-то генераторы, а ты сами плитки. И нам надо все это соединить по схеме, которая у меня. Вот. У меня, походу, ты когда бегаешь по полю, у меня подсвечивается, ну, куда вставлять. Ну, я и спрашивал, да. Да. Вот, ты видишь, как я бегаю? Да-да-да. Ну, вот, заебись. Смотри, ну я хуй знает, можно попробовать по схеме собрать, но я не понимаю. Только я не знаю, как назад все высунуть. Назад ничего не высовывается. Так. Ты просто так, да, их втыкаешь? Да, я втыкаю просто так, и они не вытыкаются назад. Да, и я назад не могу ничего высунуть, я не понимаю поэтому. А как их вытыкать назад? Хуй знает. Так. Не понимаю, что мы делаем. У меня вот две загорелись. В бане схема есть. Да, да, у тебя там схема. У меня 2-3-0 написано, и все. Ну вот, что-то там объясняется, наверное. Там же еще что-нибудь есть помимо этого? А, тут еще какие-то цифры. А как все обнулить, блять, я не понимаю. Да, я тоже не понимаю, как обнулить. Это уже ничего нельзя высунуть. Осталось плиток 6 написано. Так. У Ани цветовая схема, там у плиток и у сторон цвет есть. Как высунуть все это, блядь? А, вот, нам дали тикет. Какой тикет? Ретри. Ретри заново, по-новому. Да, да, да. Так. Ну, блядь, давай, шевелись. А, или уже началось. А, все. Так, все, подожди, стой. Тебе надо собирать по карте, как у тебя карта и как у меня. Подойди в центр. Покажу. Так. Не вижу тебя, не открывается ничего. Покажи, что там. Как показать? Ну, подойди в центр ко мне. Плитку взять? Я хуй знает, ну, наверное. Во. Так, смотри. У тебя вот такую дорожку тебе надо нарисовать. Видишь? Пиздец. Поняла? Нет. А что надо объяснить? Ну вот, видишь, у тебя дорожка нарисована. А как мне нарисовать, если у меня нету такого? Ну, не знаю, хуй знает. Там какая-то желтая, да? Не бывает желтых цветов. Нет. Ну да, непонятно.
Так, розовая, и еще розовая желтая. Какая-то желтая и розовая. У меня тоже желтая и розовая. У меня желтая что-то 4, розовая 2, блядь. А у тебя розовая 3. Хуй поймешь. В окошках варианты плиток, если выбирает один, он же выбирает варианты и для другого. Я ничего не понял, что ты написал. Тема — это система очков. Ну да, тут же еще очки надо соблюдать. А. Вот, а чтоб очки что были, блядь, я не понимаю. А, чтоб в целом дотянуть. Просто надо насоединять, наверное, я только это понял. Рандомное количество. Видишь, тут эта хуйня с очками. И вон бронза, а? Серебро, золото. Да-да-да. Я только это увидел вообще. Ну, я видел, но я не знал, что, в чем суть игры вообще. Я думал, дорогу надо составить. 12 вот. Очков надо набрать. Надо 12 очков просто насоединять по цвету. То есть, ну, например... ну, блядь, чё? Ну, например... Ну, тащи фигурку на сцену. Так, тащу. Вот, я могу, например... Видишь, две ячейки? Они зеленые, синие, красные. Зеленый, синий, красный. Видишь? Видишь, не да? Вижу. Ну, эти фигурки. Зеленый, синий, красный. Две сейчас да, лежат. Да, да, да. Вот. И я могу притаскивать шахматы. Либо зеленый, либо синий, либо красный. Вот они сине-зелено-красные и сине-зелено-красные лежат на полу. То есть я могу сюда две одинакового цвета, там красные, например, воткнуть, и они замкнутся между собой. И это плюс два очка. А, но если мы соединим четыре между собой цвета рядом, тогда это четыре очка. У тебя... Да, я только понял суть, блядь. А у тебя какой этот, как его, в руках, что у тебя за цвет? У меня зелёно-синяя. Зелёно-синяя. Ну, то есть, вот, втыкай зеленую, например, между ними, похуй. Ну, втыкай, точнее, между ними, вот, где я стою. Втыкаю. Так, это ж красная. Как это? Ты ж красную воткнула. Зеленую я воткнула. Красная. Красную ты втыкаешь. Ну, неси тогда вот сюда, воткни красную. Ну, это красная. У меня не красная, у меня зеленая. У меня красная. Вот, соединилась зеленая-зеленая, получается. Не, у меня красная. Ну, ладно. Еще есть фигурка какая-нибудь? Могу... Нет, нету. Ну, я, например, должен... Вот под... А как открыть нам? Подожди. А, у меня синяя деталь. А, ты забрала назад. Так, ну, воткни назад. Воткну. Так, вот. И чё, как хочу вот эту красную забрать? Как мне забрать её, я не понимаю. А, GBA. GBA. И чё это такое? Как мне забрать именно то, что я хочу, а не синюю? Я не хочу синюю. Я вот могу синюю забрать, да? Вот, забрал синюю, ладно. Так, ну, блядь, хуйня полная. Ну, ладно, вот. А я могу сюда, не могу... Так, ну давай сюда воткну синюю, похуй, что-то изменится. Да, вот изменилось, вылазит, нихуя ничего не вылезло вообще. А, вот красная, теперь одни красные. У меня, да, у меня красная, прям красная. Да, да. А, если я беру красную, тебе, я должен рассчитать, какая деталька упадет. Например, я хочу красную дальше продолжать. Это, блядь, пизда. Так, а вот такую можно, красно-сине-зеленая. Я вот беру, а ты бери красно-сине-зеленую, бери. У меня вот, нет красно-сине-зеленой. Ну вот где я прыгаю, бери. Где нет, у меня не подсвечено. Ну ты посмотри в дырки, загляни. Так, ты увидишь так. Меня. Ты-ты-ты-ты. Вот, все, пойдем. Теперь воткни ее вот сюда, где я стою. Так. Во! Во, нормально. Так, теперь дальше они перекручиваются. Вообще не понимаю пока, вообще не врубаюсь. Так, я тоже, ну я врубился, зелёная. Но я... Так, зеленая хуйня полная. Я, например, вот эту бери, красную. Вот, где я опять прыгаю, бери. С не другой знаю, стороны. Где ты прыгаешь. Ну ты смотри в дырке, где я прыгаю. С противоположной стороны забери. Я только могу зелено-синюю забрать. Нет, бери... Вот, да, вот. Так. Так, так. Теперь втыкай ее вот здесь. Вот здесь втыкай, вот здесь. Так. Давай. Не, да, вот. Вот так? Да, так. Теперь дальше смотрим. Так.
Блядь, тут подъеб пошел. А тут какой цвет был? Зелено-синяя, зелено-синяя. Так, ладно, берем. У тебя там пиздежные цвета. Вот где я взял, там же. Подойди, возьми там же. Угу. Красная там у меня. Бери, это синяя. Вот, втыкай ее вот сюда. Так. Давай. Ну, о! Вот так вот могу воткнуть. Так, заебись. У нас уже... Сколько очков у нас уже? Хуй поймешь. 8 получается? Ну, получается, наверное. Так, теперь. Какое мне не хватает? Вот красное, заебись было. Мне нужна красная фигурка, а тут одни зеленые, сука, говно ебаное. Бля, я хотел бы 4 зациклить, чтобы очков много было. Ну, давай тогда вот там же, с той же стороны идем, берем. Той же? Да. Угу. Взяла? Да. Так. А, да, я ж могу выкинуть ее, точно. А что тогда будет, если я выкину? Ну, втыкай сюда, вот сюда втыкай. Если я выкину, у меня получается вообще ничего не будет. Ну, давай вот так, ладно. А, я еще и могу просто выкидывать цвет, который мне не нравится, и все. Тогда... А у нас вроде бы все, у нас 12 очков, Тём. Ну, так, да, ну мы сейчас доиграем. Так, теперь... Бля, а красная есть? Нет? То есть я могу всегда выкидывать и играть бесконечно или нет? Не понял я что-то. Ничего-то я не понял. Так, ну можно вот эту собирать. В центре берем. В центре. Угу. Так, вот сюда втыкай. Вот сюда втыкай. О! Точно это правильно? Да, бери, втыкай сюда. Так. Ну-ка. Давай. Ну вот так вот. Так, видишь, как много очков я еще выиграл. Так, а где так, ты видишь, что-то сколько понимаешь? У нас я вообще очков? Ничего не понимаю. А как? Вон, где, короче, где красная, синяя, зеленая. И где сколько у нас очков, я не понимаю. Вон, 0,6, 12, наверное, типа это. А, у нас синяя на 12, да? Наверное, это, не знаю. Ну, давай, так. Бери вот, вот тут. Хуй знает, как объяснять. Вот там, где в прошлый раз. Не в центре. Угу. Так, теперь вставляй вот сюда, где я стою. Угу. Где ты стоишь? Вот. А. Так. А сколько еще раз так можно? Так, вот тут берем. Еще 3 фигурки надо. Вдруг с противоположной стороны бери. Угу. С противоположной стороны. Так. Че, не засчиталось? Ну ладно. Или больше 4 нельзя, или че, я хуй понял. Так, что-то не засчиталось. Ты взяла, да? Втыкай вот сюда. Да, взяла. Так. Все. О-о-о, сколько очков, смотри, я выбил нам. Наверное. Или что, или игра кончилась? Я не знаю, что это такое. Так, или мы неправильно все делаем, блядь. Я хуй пойму. Ну и работает. Так. Ты-ты-ты-ты. Я просто не понимаю. А, подожди, надо один цвет поднимать или все цвета поднимать? Я не понимаю вообще правил. Ты понимаешь? Не. Стрелочки эти по бокам вообще важны, не важны. Так, ну давай возьмем с противоположной стороны. С противоположной стороны давай. Давай. Синяя. Так, не, ну это зеленая. Так, давай вот сюда, где я стою. Так. Нихуя не ясно. Так, зеленая. В центре берем. В центре? Да. Красно-зеленая. Вот сюда ставь. Я вообще не понимаю, что у тебя за цвета. Какой-то у тебя бред вымышленный там. Пум-пурум-пурум-пурум. А вон, что-то стрелочка поднимается. Да, то есть надо все равномерно поднимать или что?
Да, походу, да. Да, блядь, ну и кал, все заново. Мы не выиграли. Ну и дерьмо. Какая-то простая головоломка, я до сих пор понять ее не могу, блядь. Так, синий и красный. Ну вот, синий один соединили. Теперь красный, зеленый. Зеленый туда пойдет. Давай в центре берем. Угу. Так. Ставь куда-нибудь вот сюда. Не, вот сюда, вот сюда. Да? Да, да, да. А меня тут нельзя соединить. Ну, сюда тогда. Тут тоже не. А, тут можно. Так, все. Тым-тум-тум. Они должны все гореть, да, по идее? Ну просто очков надо набрать хоть сколько-то. 4 штуки осталось, 4 плитки. Бля, мало. Так. У нас можно соединить зеленый. Зеленый. Так. Ну, давай возьмем вот тут. Угу. Так. Все, зеленые. У тебя какой, я забыл, цвет? А, синий, красный. А, у тебя вранье. Как, по-моему, все цвета у тебя. Давай вот сюда тогда. А туда мне не с кем соединить здесь. Какой у тебя синий и красный? Блядь, все? Да. Ну, покажи, принеси. Так. Приветик. А, у тебя все цвета. Странно. Ну, бери. А, наверное, когда все цвета, они могут только со всеми цветами соединиться или что, блядь, я хуй знает. Ну, сюда воткни. Ну, куда хочешь, воткни рядом, лишь бы влепилось. Я вот сюда воткну. Давай. Вот сюда. Все. Так. И что, вот у нас дохуя зеленого. Все равно стрелочки не поднимаются. Красно стало. Да, что-то... Так. Давай красную. Это я должна тебе говорить, блядь, я не понимаю. Ну я точно не понимаю. Так. Красная. Ну давай красную, ладно, беру. Где красная? Красного мало. Так, а ты тыкай куда-то в эту область, куда хочешь. Тум-тум-тум-тум-тум. Так, вот сюда тыкну. Так, ну и чё, поднимай. А, во, поднялись. Во, во, во. Бронзовые поднялись, да? Ну, почти мы прошли. Теперь надо синюю поднять, скорее всего. Так, ну у меня нету синих теперь. Только красные. Ну ладно. Бери его тут, например. Где? У меня тут зеленая. Так, все. Ну, там все цвета у тебя. Так, все цвета. Ну, все цвета. Чего у нас не хватает? Ну, вот где-нибудь в эту область. Вот можно же сюда воткнуть. Ну-ка. Меня сюда не подходит. Сюда попробуй. А, вот же воткнула-то. Как это не подходит? Воткнула, но не подходит по цветам. А, у тебя там какие-то цвета? Ну, у меня подходит. Так. Воткни. А если вот сюда воткнуть? Не, вот сюда воткни куда-нибудь. Вот сюда воткни. Вот, а вот если вот сюда воткну. Ну давай. Так. А, нам надо было синий цвет поднять. У нас очень много всего, кроме синего. Надо синий. Вот, синий. Так, а синий мне некуда воткнуть, блядь, все это время. А, вот, давай вот тут возьмем. Где? Вруби факел. Я врубил. От тебя справа. Да. Так, вот сюда воткни. Вот куда? Сюда. Так. Все. Так, во, все, прошли точно мы. Да. Так, мы даже как можем... Как прошли, я хуй знаю. А, все, что ли? Да. Вот. Ну, всё, наверное, нахуй. Если бы еще с твоей стороны что-то поняли бы, наверное, быстрее бы прошли. Да. Не то, что быстрее, прошли бы... Так. На большее количество баллов. Ну да. Вот, говняный билет, подтертой жопой. Всё, нормально, слава богу, блядь. Артём, что ты понял? Я ничего не поняла, ну и ладно. Ну да, я свою часть игры понял. Так, тебе надо воткнуть вон там в автомат. В бронзовый. А вон у тебя там.
Ого, какое-то сердечко говненое. И чё дальше? Чё теперь? Наверное, не хватило чего-то. А, вот я назад его забрал. Забрал. Бронзовый воткни. А. Там их три, видишь? А. Ну и возня. Так, шакала насыпят на нас. Угу. Пу-пру-пу-пу-пру. Что что-то будет делать с нашим корабликом. Да-да. Насрут, наверное, бронзовый все-таки. Угу. В лодку нам прям. Та-ра-да-дам, та-ра-да-дам, там-дам, там-дам. Во, видите, видите? Срут, срут. Во-во-во. Во, видишь, у нас кусок бронзовый теперь. Что за бронзовый кусок? Что это такое впереди. За хуйня с кораблем? Да-да, ну типа хуёво мы постарались, Ань. Угу. Так, я отойду пока. Нет, нет, нет. Ну когда доедем, я да, отойду. Да-да, да. Да-да-да. Отлично, справились, молодцы. Молодцы. Спасибо, еле-еле. Но это были лишь цветочки. Посмотрим, да. Как вы справитесь, когда поднимется буря. Да ладно. Преодолеете ли вы бурю вместе или бросите корабль? Последнее испытание потребует от вас предельной самоотдачи. Это жесть, ребят. Приготовьтесь к проклятию сирены. Охуеть. Да ну. Где? О, мы с одной стороны вылазим. Да-да-да. Наконец-то. Угу. Ну-ка. Ту-ту-ту-ту-ту. Налево, налево. Угу. Налево, налево, налево. Жесть, тут что-то высоко куда-то подниматься надо. Угу. Ща будет супер головоломка, отвечаю. Изи вообще будет. Ну-ка. Так. Можно я отойду? А, бля, я уже а потом... открываю. Ну давай, давай. Двигаю. Опа! Так. А ты внутрь попала, а я нет. А я теперь пойду наверх, Аня. Так что ну, да. Давай. Тут так. Какой-то газ. Все, я пошел наверх. Еще иду выше и выше. Пока вижу только лестницу, двери какие-то, волны над дверями. Я вижу маяк. Вот, я куда-то зашел в открытую дверь. Я вижу железную дорогу. А, вон она, ты вижу. Ты где? Я вот сбоку у тебя. А, у меня вообще экран плывет. А, ты напилась, наверное, и не видишь меня, да? Не, я тебя вижу, но у меня экран плывет. А, напилась, напилась. Ну, давай ну, думать, да. Что-то тут, видимо, будет с поездами какими-то связано. Вот блядь! Я куда-то поднялся. Я умерла. А чего, а что ты сделала? Не знаю, упала с моста. А, не надо, Ань, падать с моста. Давай. Хочешь, ты туда проходи? Не. Ну, ладно. Так, все, а я вверх иду. Тебя что-то отравили, да, чем-то? Да-да-да, что-то какие-то газы. Так, все, я наверху уже поднялся. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, что тут есть? Что тут? У меня какие-то, хуй знает, вообще ничего нету. Просто могу на карту смотреть с всякими вот железными дорогами и я все. Я могу только упасть. Я тоже ничего не могу делать. Взаимодействовать, вот нажимаю. Вот, у тебя что-то там открылось или что-то фейерверк какой-то пошел? Я не увидела, что открылось. Так. Хуй знает. Просто бегаю. Просто бегаю, Аня, так. Все. Да, я тоже пока не знаю, не понимаю, что надо делать. Так. Не знаю тоже, Артём, да. Артём, ты должен Аню вести, она видит по-другому. А я не вижу Аню, а её нигде нету. Может, Артёму нужно вот сопровождать она. По карте? А, ну иди, Аня. Куда? Ну вот, ты правильно шла по стрелочке. Теперь ты неправильно идешь. Теперь ты неправильно идешь. По стрелочке вот иди. Так, по стрелочке? Вот, да, вот так, иди, иди. Все, я должен вот это говорить, а Аня вообще, да, ничего не видит. Ну, заходи внутрь, все, больше я тебя не вижу, ты внутри. Так, дальше. Все, не знаю, у тебя там что-то. У меня тут дверь закрыта. А, ну хуйня тогда. Так, ну, не знаю, у тебя какие-то две кнопки, вон я вижу. В другую сторону надо, говорят. Тебе надо вон там кнопки какие-то у тебя, понажимай кнопки. Я нажимала кнопку. Так, маяк, а, ну да, теперь следующий иди маяк нажимай, наверное. Я следующий маяк вот, найти. Вот, да, вот так, иди. Ну иди. Иди, я упаду. Не, у тебя нормально там мост.
Вот, иди, направо. Правее упадешь, правее упадешь, правее. Вот, да, иди, все, иди вперед. Иди, вперед, все, жми кнопку. Так, вот, видишь, сзади теперь ты всю, наверное, дорогу видишь. Да. Вот, что, я хуй знает, сейчас, да, я подойду к тебе. Так, теперь... А, ну назад иди, по дороге иди. Назад? Ну просто иди. Нет, никуда ты, куда ты, ты там не ходила вообще. Назад. Ну это не назад было. Вот, да, вот, иди. Так, ну ты же видишь теперь, ты же маяк включил, или ты не видишь ничего? Нет, не вижу. А, ну все, налево поворачивай, иди. Вот, иди, давай, шагай уверенно, шагай. Стоп, налево. Налево. Так. Вот, иди вперед. Я скажу, когда стоп, иди. Так, стоп. Так, вышли сюда. Стоп, налево поверни. Так, иди. Нет, это ты куда развернулась? Назад зачем-то. Так, налево, вот, вот сюда. Да, вот так, иди. Стоп. Направо. Иди. Налево. Хуй знает, тут что-то ты упадешь, стой. Тут ты упадешь теперь, я не знаю, что делать. А, вот! Так. У меня мостик. Стой, какой мостик? У тебя дырка там. А, вот, иди, быстрее. Все, блядь! А чё ж ты так? Так. Пиздец. Хочешь, я пойду? Давай. Так. Ща. Так, сначала надо билетик выбрать. Ну-ка. Упру! О, уже у нас бронзовый билет, Тём. А, все, можно играть дальше. Да. Ой, я его убил. Ну ладно, пойдем еще раз. Давай. Так. Все, я наверх иду. Погнали! Пам-пара-пара-па-па. Вот я пришел. Вот я нажал. Вот все взорвалось. Все, говори мне. Так, я не вижу, где карта. А где карту взять? Нету карты, ты на меня смотри. А-а-а, вперед иди. Так. Иди, вперед, направо. Все? Направо. Ну, идти или не идти? Иди, да. Вот маяк. Так. Теперь иди назад. Так? Да. Стой. Чё-то ты долго. Так. Стой! Да куда же ты? Я не понимаю. Я же говорила, стой. Да я жду. А что-то... Так, ладно. Нет, зачем ты пошёл? Я же говорила, стой. Не знаю, я что-то думаю. Ладно, наверное, так. Так, ну ладно. Сейчас. Ну мы уже на бронзовый билет. Да просто что-то это тишина, я думаю, ну нервничаю, думаю, никто ничего не говорит, дергаюсь. Говорила же. Так. Беги. Вперед. Ну-ка, погнали. Так, сейчас погоди, я приду. Так. Опа. Так, иди. Иду. Иди, направо. Так, назад. Так. Стоп! Развернись направо, вот иди. Так. Налево. Чуть-чуть правее возьми. Так. Вот, иди вперед. Да, иди вперед. Так, иду. Все. Все. Тут все видно. А тут что, меня наебывают или нет, я не понял. Вот сейчас будет мостик. Ну да, я должен сам, да, без тебя? По идее, да. А как понять, когда что? Иди. Все, прыгай. Так. Так, все, стоп. Нет, тебе налево. Стой. Чё? А ты все видишь? Да. А, стой, вот это не видел. Чё? Ну куда ж ты бежишь? Ну я все видел.
Не знаю. Надо сразу сказать было, что дырка впереди будет. Ну потому что я же тоже бегу, Тёма. Мне тоже за тобой надо бежать. Понял. Так, я не успеваю добежать, ты уже прыгаешь куда-то. Понял. Ну мы, в принципе, прошли. Тебе интересно это проходить? Нет. И мне не интересно. Пойдем дальше. Пойдем. А это последний уровень. А, и все? Да. А, ну и залупа. Игра 3-2 из 10 ставлю. Один даже. Ну, 2, ладно. Два. Так. 3 задания, короче, на всю игру. Я понял. Если бы я сразу понял, что бронзовую можно просто строить, я бы еще быстрее прошел. Так. Та-та-та-та-та-та-там. Тап-тап-па-пап. Так. Ну, вот такое, такая игра. Если бы они сделали один уровень сложности, он сложный, что надо потеть, было бы прикольней. А когда мне дают в таких играх 3 вида сложности, я, естественно, на легком пройду, и мне, потому что головоломки неинтересные. Вот, говорят, ну, эту часть сделали для ознакомления с другими частями. Жестко. К тому же бесплатно, ничего она не бесплатная, а они спустя... 800 рублей потратили. Да, а что они спустя много лет сделали ознакомление? Та же самая новая часть. Другим по много лет. Вы прошли 3 моих испытания! Yeah! Теперь подойдите, покажите мне, что вам удалось построить. Да хуйню бронзовую, говнищу мы построили. Говно ебаное, согласись. Вы ее бесплатно на раздачу забрали, а мы за 800 рублей. Да. Артем 4 бакса, я 4 бакса. Да. Ой, да у вас задатки легендарной команды. Такой дружбы, успех вам гарантирован. Насколько большой, но это зависит от вас. Ну, верните деньги, наверное, да, надо. Ну, я не буду. Вы готовы, я благословил? Моя игра уже много месяцев лежит. Я ее с Мунаганом планировал играть. Вау, вот это вот эффекты, ребята. Ла-л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 а. Ну, не знаю, как думаете, на YouTube запись выкладывать? Чё, Ань, думаешь? Думаю, нет. Я тоже. Там. Почему нет? Ну, как-то ощущение, как будто покакать сходили. Таблинг Бар Найклс. Круто. Ну ладно, голосуйте в чате. Надо ли вам это на Ютубе или не надо? Ютуб, кто смотрит в записи вдруг, это все благодаря тем, кто смотрел на стриме. Запись такая есть у нас, вот легендарная.